оглушительный взрыв, и конструкция весом 17 тысяч тонн падает вниз, поднимая огромные клубы пыли. Так эффектно уничтожили мост в долине Рахмеде, в земле Северной Рейн-Вестфалия на западе Германии. Это стало неожиданным развлечением для сотен людей. Они собрались в безопасной зоне, чтобы полюбоваться редким зрелищем и запечатлеть его на видео. Грандиозная конструкция простояла более полувека. Мост был частью автотрассы А-45. Почти полтора года назад его закрыли. Мост пришел в негодность и реставрации не подлежал. Его решили разрушить контролируемым взрывом. Длина моста 450 метров, высота 70. Специалисты заложили 150 килограммов взрывчатки. Под мостом подготовили специальное ложе. Он упал четко на это место. Здесь видишь, как огромная конструкция рушится, и это впечатляет. И мы почувствовали сильную ударную волну. Специалисты говорят, что эта операция была особенно сложной, но выполнили ее успешно.